Всем привет! Очередной обзор на кроссовки фирмы Carhu. Насмотрелся, в общем, я некоторых обзоров, их не так много на самом деле. Вот, решил приобрести себе парочку разных моделей. Одна Fusion 2.0, а другая Aria. Многие писали и говорили, что у Carhu проблемы с размерной сеткой. На своем опыте я убедился, что это действительно так. Сам я ношу 45 размер, а Fusion 2.0 я взял 47 европейский. И они мне оказались, вот, даже не знаю, как это охарактеризовать. То как бы при надевании они кажутся самое то, а при ходьбе кажутся чуть-чуть великоваты. Но особого дискомфорта, я в них походил пару дней, я не испытал. Давайте посмотрим на них. Вот такая расцветка, я не помню, как она называется, Night Sky, по-моему. Вот 47 размер, 12,5 US, UK 11,5. Сокони я беру UK 10, North Face UK 11. Вот. Многие говорят, что супер-супер-пупер качество. По удобству также бытует мнение, что они не особо удобные, но в плане того, что за счет их чумовых расцветок, типа, это перекупает вообще все. Конкретно эти кроссовки по скидке обошлись мне где-то в 60 евро в местном магазине. Как-то очень странно, хоть они здесь вообще не представлены, в принципе, в спортивных каких-то магазинах. Я какой-то нашел один, и там буквально пара моделей было в паре размеров. Вот. Попробуем одеть их. Ну, эти-то одеваются довольно легко. Вот, за пару движений. Считается, что это какая-то премиальная замша, пик скин и так далее. Вот какие-то следы остаются. Не знаю, честно говоря. Вот неужели у других каких-то кроссовок в том же ценовом сегменте нет, не то чтобы там похожих или не похожих, а ну, просто красивых. Не знаю, мне вот, например, нравится Socony Shadow 5000. Ну вот, потом как-нибудь их покажу. Не знаю, или не стоят, они уже, наверное, убиты. У меня уже год в них хожу, зимой и летом. Вот. Да, и что довольно странно, что они как-то выглядят вот узковато здесь. То есть вот 47 размер, повторяюсь. Большой палец у меня вот здесь. Тут, не знаю, может, сантиметров там 2. Нет, вряд ли 2. Господи, что я говорю. Может, там пол сантиметрика есть. То есть, какого-то дискомфорта я не чувствую. Но выглядят они реально как, не знаю, по мне, как банан. Вот именно по, так скажем, по фиту, да. А вот. Больше не знаю, что про них сказать. Мягкие, да. Подошва, по-моему, как она там называется, Fulcrum, это технология. Да. Не знаю, вряд ли я их носить, конечно, буду, что-то у меня какие-то загоны. Здесь я, честно говоря, ожидал. Ну, не ожидала, а мне кажется, здесь больше бы подошла бы сеточка какая-нибудь. Потому что, ну, летом в них я не знаю. Я точно ходить не буду. Потому что даже в Socony этих Shadow 5000-ных мне довольно жарко. Вот именно летом уже, когда 20 там градусов, например. Все, я в них уже не хожу. Я хожу уже в джазах. Потому что они, как мне кажется, больше... Не больше, не кажется, а на самом деле они больше продуваются. И в них мне более комфортно. Вот. Давайте посмотрим теперь на модель Aria.
цвет уже более посимпатичнее, как мне кажется. Их я взял немножко поменьше размером. Сейчас я уже не помню, у них я даже не ходил еще особо. 46,5 на пол размера меньше. UK 11, US 12. Вот. Их довольно тяжело одевать, потому что, как вы видите, тут стельки по сути нет. Тут просто такой, как чехол получается. Вот. Без ложечки трудновато одевать, на самом деле. Материал тоже вот такой вот. Я так понимаю, замша или какое-то подобие. Подошва, в принципе. В принципе, такая же, наверное. Да. Абсолютно такая же. Тут они не особо парились. Вот. Их я гораздо дешевле взял. Я так понимаю, что Fusion самый популярный, поэтому на него так много скидок на разных сайтах. Я обычно пользуюсь сайтом list.com через Y-list. Там он парсит цены по разным сайтам. Скидки, не скидки, бренды. Можно конкретную модель выбирать. Так вот я наткнулся на эту модель на сайте BB Clothing UK. Ну, в общем, из Британии их привезли. Вот. Не знаю, есть Day, но, по-моему, там доставочка с США. А США я больше не буду ничего заказывать, потому что заказал вот шнурки из Lace Lab. Они обошлись мне в 40 евро. И мне тут еще и местная налоговая заплати еще 8 евро, пожалуйста, за них. Поэтому я решил, что не буду больше связываться с американцами. Ну-ка попробуем одеть. 46,5. О, одел, надо же. Да, эти мне, как ни странно, больше нравятся. И в плане расцветки. Да и вообще как-то... Блин, вот эта часть, конечно, ну это просто капец. Банан. Вот натуральный банан. Сразу же вспоминаю 2006 год. Декабрь. Когда призвали в армию, дали первые кирзовые сапожки модные. Вот сразу вспоминаю вот эту вот узость. А потом... Так все расходится и капец. Здесь тоже какая-то сетка, но... В смысле тоже, просто сетка, но... Мне кажется, там подклад какой-то, что он, по сути, вряд ли будет продуваться. Тоже не думаю, что это летний вариант. И вот так. В общем, походил сегодня полдня в них. Не знаю, слушайте, сбоку вид гораздо лучше, чем вот сверху. Ну вот, не знаю, при ходьбе вообще неудобно. Как будто бы нога в такой лодочке как-то. Хотя, опять же, они, как сказать, вроде и больше на полтора размера по бирке, но фактически тут фит прям, ну, идеальный, так скажем. Вот, но ходить некомфортно. Вот я в первую половину дня ходил в 720-х New Balance. И в них мне гораздо комфортнее. Прям вот такое ощущение, как будто бы в таких вот очень мягких, но плотных тапочках. Вот. Так что, не знаю, все-таки повторяю. Я бы не стал из-за внешнего вида покупать их даже по скидке за там 60-70 евро.